It's a lynch thing. Добрый день, друзья и гости нашего YouTube-канала, который ведет Юля Руфлорида. С вами сегодня, как обычно, ваш риэлтор Надя Эггерс и Дэвид Эггерс, риэлтор, брокер по ипотеке, да. Все в одном, и инвестор, да. Все в одном лице. Всем привет, 2 недели подряд я здесь, редко бывает. Уже, да, зачастил. Да, часто. Друзья, мы сегодня хотели вам рассказать об инвестиционном проекте, который мы сами приобрели. Поэтому, естественно, без Дэвида здесь никак не могло обойтись. Специальный выпуск. Специальный выпуск, да. Мы недавно приобрели инвестицию. И сегодня этот выпуск будет про эту инвестицию. Я немножко расскажу историю. Когда-то у нас была инвестиция, это была Конда. В Celebration'е, не когда-то, мы вот его недавно продали, но купили в 2012 году. В какой-то момент мы решили, что мы все уже выжили из этой инвестиции, и она уже не была такой инвестиционной, что ли сказать. Ну, поднимались Condo Association fee, в общем. Не так прибыльно. Да, уже не так прибыльно. Мы стали думать, гадать, и решили, что мы хотим дуплекс, или триплекс, но они нам как бы уже дороже будут. Вот самый идеальный для нас был дуплекс. Дуплекс. Что значит дуплекс? Это русское слово? Ну, вообще, да. У нас, по-моему, есть такое. Дуплекс — это одно здание и две части. Да, две части у одного здания. То есть дом разделен на две части. Искали мы Форт Лотердейл, потом передумали. В общем, все наши пути привели нас обратно к Орландо. Из-за flood insurance здесь нет зон затопления. В общем, ураганов меньше. Ураганов меньше. Цены меньше. И цены меньше. В общем, очень много. Район лучше. Район лучше. Ну, я бы не сказала, но я имею в виду, они оба хорошие. Ну, в общем, очень много факторов нас привело обратно к даунтаун Орландо. Мы обожаем это место, и мы считаем, что это очень большой потенциал для вообще роста и земли. И аренда хорошо здесь и идет. Показываем сегодня. Да, купили его месяца два назад. Месяц назад мы начали, скажем, готовить для новых арендаторов. Я сам нашел, кстати, Надя была в Дубае, когда появился на рынке. Мы уже полгода ищем хороший дуплекс. Рынок не такой яркий, дефицит есть. Но везде дефицит есть хороших домов, но, слава богу, нашли месяц два назад. Да, приобрели мы, когда мы покупали этот дуплекс, в обеих частях жили тенанты, арендаторы. Поэтому мы только где-то около месяца, даже меньше месяца назад, недели две с половиной назад у нас съехали арендаторы с одной части, и мы стали эту часть готовить для средний. Можно сказать, средний срок сдачи. То есть не Airbnb, чтобы ежедневно кто-то здесь менялся. И не долгосрочный. И не на 12 месяцев. Это средний срок, где рынок растет быстро. Это профессиональные люди, которые хотят уже мебель. Не знаю, месяц, 6 месяцев у них какой-то проект. И мы решили делать половину, это правая часть. Вот этот среднесрочный профессиональный арендатор. И слава богу, сегодня вечером, кстати, новые арендаторы будут жить здесь. Ну да, Дэйв прав. Мы сделали меблированное полностью, как для Airbnb. Срок сдачи 2-3-4 месяца, кто как захочет, но не на один год. Почему мы так решили? Есть такой веб-сайт, он похож на Airbnb, называется Furnish Finders, и там очень популярный, да, и он очень популярен у профессиональных медсестер, медсестры. Они так и называются midterm nurses, которые путешествуют по штатам Америки, и так как Орландо является столицей medical capital of
United States, вообще как столицей медицинской Америки. Здесь очень много, просто огромнейших госпиталей, медицинских офисов, практик докторов. И вот эти медсестры, они, им нужно как раз вот на такой и неполный срок, и не на очень короткий. То есть 2-3 месяца – отлично. Причем эта аренда, она стоит выше, чем если вы бы сдавали на один год. Нам более выгодно. Да, нам более выгодно. Про вторую часть мы познакомимся с тем, кто там живет. Вот такой вот вообще классный. Яркий, классный. Да, очень интересный тенант у нас, арендатор. Там мы решили сильно ему не поднимать арендную плату. Он достаточно мало платил, но Дэвид разбирается с этим. Он ухаживает за газоном, он поливает газон, он все чистит, он делает pressure wash, то есть моет все, и дом, и крышу. В общем, он очень-очень любит этот дом. И он здесь живет 20 лет и поменял 8 или 9. Мы 8 или 9? Мы, по-моему, 9. 9. Хозяин, он пережил. Он уже пережил 8 хозяев в этом доме, 20 лет живет. Да. Будет интересно вам показать, с ним познакомить и показать, ну, как бы его половинку. Давайте, наверное, сейчас... Да. Хочешь что-то добавить? Ну, нет, просто... А, тогда я по цифрам быстро скажу, прежде чем мы вас пригласим внутрь. Посмотрите, как мы обустроили. В общем, выставлено было, как Дэвид сказал, мы искали очень долго. Ребята, реально, рынок очень пустой. Хорошего выходит не так много. Мы ждали около 6 месяцев. Просто сидели каждый день, ловили в определенном районе. Три района нам было интересно. Номер один и самый важный, это был как раз даунтаун Орландо. Это очень такой прям горячий район. Это Дилейни Парк, Милл Дистрикт, ну, в общем, все. Содо Дистрикт, это находится в Содо Дистрикт. Вот прям здесь одна из, она просто... Очень крутая high school, Бун high school, ну, у нее восьмерка, знаешь, для high school это... Нет, рейтинг. Подожди, семерка, извиняюсь, ну, для хороший high school. Рейтинг, да. И сразу за ней они прям стоят практически стена к стене, сейчас, ну, как бы мы не будем снимать, очень-очень хороший элементари. Она элемент, она K8, до 8-го класса. То есть и элементари, и middle, все в одном, под одной крышей. Дети могут пешком. Да, это то правильно. Есть... Дети могут пешком ходить, но мы решили, что все-таки как бы будем сдавать на короткий, более короткий срок. Вот. И по цифрам, да. В общем, вышло... А, три места мы искали. Даунтаун Орландо, Колледж Парк и Винтер Парк. Очень предпочтительно было именно Даунтаун Орландо. Не знаю, почему, мы очень хотели, но мы бы купили и в других тоже, если бы там что-то такое вышло. Был выставлен за 500 тысяч. Очень хорошая цена. Нам, честно говоря, повезло. Наше везение было, конечно, не на очень хорошей почве, потому что владелец, кто продавал, сразу выкинул 3 юнита. Мы прям у нас 5, глаза... Пять. Пять юнитов у него. Какие-то лишние причины, деньги форплекс, нужны были. Форплекс он был, быстро хотел триплекс продавать. И три дуплекса. Да. Ему нужно было там по каким-то личным мотивация причинам. Мотивация хорошая, мы вовремя нашли. Да. И мы прыгнули, в общем, сразу как бы показали интерес. Платили мы наличкой, мы могли поторговаться. И вот мы поторговались. Во-первых, мне пришлось отдать свою комиссию как бы в отношении снижения цены. То есть, в принципе, как бы плюс-минус, ну, это моя комиссия, да, была. И потом мы поторговались, Дэвид поторговался. Ну, после инспекции, как обычно, найдете какие-то нюансы, и можно торговаться. Вот. По результатам инспекции мы сбросили еще 7 тысяч. В общем, окончательная цена продажи у нас получилась 473 тысячи. Не стыдно. Дуплекс. Дуплекс, он небольшой, но они, в принципе, все практически одинакового размера, плюс-минус. 1588 квадратных фит. Вполне, оба. Да, то есть где-то по 790, да, 791 квадратный метр каждая сторона, да, получается. Две спальни и одна ванная комната. Да. На... И, может быть, пора. Да, Надя может быть, очень пора. Активно сегодня хочет все объяснить. Лот сколько размер? А, лот размер 0,16 акра. Да.
И дом сам строен, по-моему... Ой, 1959 года. 59-го, да. 59-го. Да. Один этаж. Но, они как раз лот строились. Большой и хороший район, большой и хороший. Это тоже причина, почему мы считаем хорошей инвестицией. Если, не дай бог, кто-то хочет ломать этот дом и строить какой-то красивый, лот большой, глубокий, мы посмотрим. Можно, по идее, с нуля вот этот район Содо, South Downtown Содо, очень популярен. Школа, может быть, реально кто-то, какой-то инвестор решает покупать несколько домов. Мы даже и... больше в землю вложили здесь. Да. Эта земля дорого стоит. Сейчас Юля показывает соседей. Ну, достаточно пока скромный район, но очень, очень добрые соседи. Мы уже, не знаю, 10 дней разбираем, да, и готовим, скажем, част. И да, хороший район. Сейчас Надя... Особенно. Блока сделана, да, сразу? Видно? Да, это блочная. Да, который тоже с точки зрения инвестиций менее опасно. Конечно, огонь и так далее, даже водичку очень крепкие. Вот. Результат наш, Надя, проект. Проект Надя. Ой, друзья, здесь, пусто, да, было, конечно, 10 дней назад. Здесь было все пусто. В чем нам не повезло, это период года, когда мы должны были обставить. Мы объездили невероятное количество магазинов, десятки, и все полки, все дисплеи завалены, заставлены рождественской темой. То есть, чтобы такое что-то ежедневное найти, какие-то декорации в дом, ну, это просто нереально. Что смогли, то смогли. Сколько мы примерно потратили мебель? Ты говорил, ну вот во все это. Тысячи три. Ну, и можно каждый месяц, если честно, $500 больше получить, значит, выкуп меньше года инвестиций, даже полгода. Да. В общем, да, диван мы вообще купили в Furniture Outlet. Мы хотели темный диван. Будет, кстати, он, да, он стоил вообще 890 долларов. Ну, 800. Ну, достаточно хороший. Не надо все тайны говорить. Практично. Вот. Но я думаю, людям будет интересно. И остальные, кроме дивана, мы купили на Wayfair. Wayfair, да. Не знаю, вот это как Amazon для мебель в Америке, очень популярно. Привозят, вы сами разбираете. С сыном мы... Несколько вечеров здесь в течение 10 дней. Все. И с Надей тоже. Ой, и с Надей, конечно. Вот, значит, это гостиная. Ага. Вот такая. Да, она небольшая, но достаточно для Airbnb. Сама хочет жить здесь. Я не против. Мне очень нравится. Сдавать наш дом, зарабатывать деньги. Да, в этом юнити был сделан ремонт. Недавно, в другом юнити нет, я уже говорила. Когда предыдущий хозяин купил, он сразу... Ремонт сделал здесь, пытался убедить сосед, что давайте переделаем, но сосед здесь больше 20 лет, не хотел. Он говорит, ему что нравится это так, как есть. Дешевая гостиница, все серое, он хотел более яркий, мы показываем его яркий, чуть старше. А здесь вот обеденный стол, он, друзья, раскладывается. Просто к нам сейчас заезжает, ну, два человека, да, но если у них больше будут гости, им нужно разложить, он... будет больше. Для экономии места мы купили именно такой стол-книжка, как у нас это называлось. Проходите на кухню. Да. Ну, года два назад бывший хозяин купил новые appliances. Они, конечно, средний класс, но красивые, нормальные. Я сам выбрал это, чтобы... И да, Надя очень хотела вот эту штуку, которую я первый раз вижу. Ну, будет удобно. Потому что здесь нету посудомойка. Здесь нет посудомойки. Этот инвестор disposal никогда не делает то, что быстро ломается. Это тот очень инвестор. Хороший совет зрителям. Вот этот предыдущий, он профи landlord, у него 30 таких properties, он никогда не делает посудомойка, disposal и ice maker, лед. Потому что они очень часто ломаются, и пусть, ну, аренда будет чуть-чуть дешевле, но такие ремонты, и я думаю, что это очень хорошая идея. Конечно, не так удобно. Я бы хотела посудомойку, я бы не хотела своей лишиться. Вот, ну, вот такая кухня, она достаточно вместительная. У меня даже очень много полок осталось. Я купила посуду, как обычно, все ее нафаршировала, так сказать. И здесь у нас тоже
В общем, посуда, чашки, ножи, все это там, кастрюли. Ну, как обычно, знаете, для Airbnb. Вот здесь тоже разные. Ну, большая разница, вот этот Furnished Finders, не надо уборка делать. Они живут, значит, сначала мы должны добавить такие essentials, но они потом сами покупают, не знаю, туалетные бумаги и так далее. Мы начинаем с ними, они... Слушайте, у американцев реально какая-то фишка по поводу туалетной бумаги. У нас, если вы помните, гостевой домик, который у нас во дворе находится. Сколько ты не поставишь туалетной бумаги, на один день, на два, на три, она все исчезает. Не надо обидеть. Ну, я не знаю. У нас такое же самое с гречневой кашей. Как только что-то, какая-то паника, ее нет на прилавках. Хорошо, шкаф неплохой. Размер, вот, storage. Мы, да, сегодня должны убрать там все, мы как раз там, мелочи здесь остались. Здесь она не показывает ванную. Это санузел. Санузел. Мы единственное там добавили душ, вот этот ручной душ. Угу. Здесь. Это вторая спальня. Вторая спальня и офис. И вот этот диван, не знаю, популярно в Советском Союзе или нет, называется футон, и он открывается, и кровать. Да, мы решили не делать полностью, меблировать эту комнату для второй спальни, так как обычно мы предполагаем, что будет 1-2 человека снимать, и они профессионалы, офис, скорее всего, нужнее, но на всякий случай вот этот диван раскладывается в кровать. Да, можно делать кровать. И тема путешественников, скажем. Нет. А, здесь тоже один шкаф, ну, только поменьше. Ну, по идее, там можно белье и так далее. И основная спальня. Да, здесь у нас хозяйская спальня. Угу, тоже. Это, кстати, Надя и Денис выбрали все здесь картинки. Да, наш друг и коллега Денис Бочков, да, мы с ним тоже, да, тоже бегали целый день по магазинам и подбирали, мне что могли. Мне очень нравится такой, вот этот старый стил, как кино. Ну, в общем, так, да. Ничего и, лишнего. Кстати, один минус этого property, нету вентилятора. И нет потолочных, потолочного невозможно освещения. Невозможно делать этот типа крыши, нету, ну, невозможно, короче, поэтому мы... Там нет чердака на крыше, поэтому да. Это сделать, это возможно, но сложно. Да. И, честно говоря, раньше все, это 59-го года, да. В те времена все устроилось, не было потолочных, да. Потолочного освещения и вентиляторов. Это уже, ну, как бы более новое. Тоже, кстати... Вот эта часть, когда они переделали года два назад, они расширили гардероб здесь. Там мы увидим очень короткое место. И вот это Джеффри, сосед Джон. Ну, Джонс. Может быть, мы посмотрим, если мы будем открывать его гардероб. Давайте посмотрим, ну, посмотрим, что Джеффри нам разрешит посмотреть. Но вообще другая часть совсем зеркальный эффект, с исключением этого гардероба почему-то. Вот, друзья, я, кстати, не сказала, что сдали мы этот дом, сдали вот эту часть за 2500. 2400. А, 2400, да? В месяц. Да, я записала себе вот в таблицу 2500. Ну, да, ладно. На самом деле, я, на мой взгляд, 500 больше, чем рыночная стоимость, если долгосрочный, потому что мы добавили мебель, и у нас гибкий срок, вы можете, не знаю, месяц здесь, два, три. Ну, опять-таки, смотрите, Furnished Finders также работает, как Airbnb. У нас сейчас первый будет арендатор. И чем больше будет хороших отзывов, тем выше мы можем поднимать на следующие, как бы, сроки сдачи, выше цену. Если какой-то инвестор решил не заниматься вот этим, да, просто купил дуплекс и на долгосрочную аренду, эти дуплексы в месяц можно сдавать где-то по 1900, каждая сторона. Кстати, что мне еще нравится очень, владея дуплексом, вы владеете одним tax ID. То есть это налог как на один дом, но у вас
будет два income property, да, две инвестиционные property, но налог один. Это одна налоговая ячейка. Это тоже очень хорошо. И нет HOA здесь, ассоциации нет. Все, мы совсем не хотели инвестицию в ассоциации. Юлия, что мы забыли? Вроде ничего? Сказали. Да, Надя очень активна сегодня. Ну, ее проект, конечно, да. Гордится, ей должна гордиться. Давайте дальше? Да, давайте постучим в дверь соседу. Пока-пока. Его там интересно, говорят. Да? Да, он хороший парень. Все, увидимся через секунду. Друзья, сейчас мы заходим во вторую часть этого дуплекса, там, где живет наш тенант, долгосрочный, 20 лет, мы говорили, его зовут Джеффри. Джеффри сейчас на рабочем звонке там в комнате, но нам позволил снять. Джеффри у нас, я называю его мэр соседства. Он всех знает, все знает, за всеми следит. Ну, очень классный. Да, давайте проходим. Внутри нас встречает Джеффри. Но он занят, к сожалению, на телефоне, на работу, но он разрешил быстро смотреть более, скажем, светлая часть. Он, кстати, первый раз, когда мы познакомились, он сказал: «Добро пожаловать к Южную Корею». Там Северная Корея, все серое, все скучно. У меня Южная Корея более яркий. И, да, он здесь совершенно два разных стиля. Два разных стиля, да. Вот светлая краска, темная краска, декорация. Ты хотел сказать. Он очень любит вот такие всякие подсветочки. Он не любит яркий свет потолочной или лампы, но у него все везде вот эти вот подсветки. Ага. Да, лампочки. Декоративные. Он делает. Надя, может быть, закроем дверь? На всякий случай. Кот у него. Кот. Да, он делает возле, ну, праздники. Он сказал, здесь будет совсем карнавал, типа много декораций. Да, перед Рождеством он на этом столе делает такую, как деревню рождественскую, карнавальную. Но, как мы объяснили, предыдущий хозяин хотел полностью делать ремонт здесь, он отказался, и, на мой взгляд, действительно нормальное здесь качество, зачем полностью ему. Он предпочитает такие. Проходи на кухню. Мы заказали ему новый холодильник, по крайней мере. Да. Холодильник, плита, в общем, микроволновка, это все новое приходит. Ага. И вот зеркальные. Ну, Надя, может быть, да, это зеркальное отражение другого дуплекса, такой же размер. И следующая комната известный Джеффри. Да, здесь спасибо. Джеффри. Джеффри, thank you very much for letting us do this. Hi, Джеффри. Welcome. Здесь он достаточно религиозный парень. Это, не знаю, чуть неудобно, не хочется много показать его. Но, как я сказал, маленький гардероб здесь. Его кровать здесь, там мы поставили возле окна. Ну, да, понятно, что больше 20 лет, много всего у него, но очень уютно. Шкаф другой. Мне очень нравятся, смотри, подсветки. Джеффри очень любит, как я сказала, вот такие разноцветные. Он вазы подсветил. Очень уютно. И, да, чуть покороче, чем хотели, но он занят. Да, это как музей. Он, кстати, большой фанатик американский футбол. Каждый субботу, воскресенье он смотрит здесь. Давайте хорошо. Оставим. Дальше Джеффри. И посмотри, посмотрим. Какая лампа настольная. Посмотрим двор красивый. Сейчас, да, Надя? Потом попрошаем. Да, да. Давайте okay. Пройдем во двор. Пока-пока. Друзья, сейчас мы посмотрим двор. Пройдем. Соседка тоже здесь живет больше 20 лет, не дружит с Джеффри давно. И, кстати, мы раньше сказали, что лот очень глубокий, и вот здесь видно, что дом, скажем, меньше половины первой части property. И тоже большой плюс этого дома, что
новый хороший отдельный гараж. Мы потом посмотрим внутри, но это большой плюс. И здесь тоже парковка, можно, по идее, плюс 4 машин. Значит, 2 там, 4 здесь. Это очень редко бывает, если кто-то любитель машин. Ну, более-менее простой двор. И здесь такой уютный уголок, да. Вот вокруг дерева Джеффри, наш арендатор, с другой стороны, намотал лампочек. Все здесь очень романтично вечером. Когда Новый год, он будет много-много свет делать, он типа... Вот это манго, здесь очень много фруктов растет. Да, вот этот манго 3, говорит, что штук 100 дает через год. Манго я первый раз слышал, только через год дает фрукты. Да, раз в 2 года. Ага. Естественно, у нас есть еще проекты, которые мы пока не успели сделать. Это мы будем уже потихоньку делать. Мы хотим поставить такой же вот белый виниловый забор. Угу. Это действительно хорошее место, типа спокойно сидеть, там здесь тень. Да, можно делать совсем закрыть, если у кого-то есть собака. По идее, если мы закрываем это полностью, это хорошая зона. И плюс для всех. И здесь гараж. Боковая дверь, вход в гараж. Который тоже переделан 2 года назад вместе с новая часть дома. 2 мест. Это машина Джеффри, его часть. Вот новые арендаторы здесь будут. И даже есть 2 комплекта. Для каждого юнита. Стиральная и сушильная машина. Да. И новый бойлер там. И, кстати, новый бойлер. Этот бойлер только для стиральной машины. Значит, он полностью переделан. И это, конечно, плюс. Ну, коллеги, вообще-то все. Я постараюсь попрощаться сегодня. Надя помогает. Спасибо большое, что вы до конца были с нами. Очень, не знаю, Надя в восторге от ее проекта. Надеюсь, вам интересно. Просто хотел добавить 2 пункта. Первый пункт, что, конечно, это инвестиция. И очень коротко скажу, что, конечно, все хотят возврат на инвестиции очень высокий. Но если реально с 5 до 10 можно ожидать от таких проектов, мы считаем, что это, наверное, 8%, которое неплохо. Но если вы ищете недвижимость любого проекта или жить, мы, конечно, готовы помогать. Надя риэлтор, я риэлтор, я тоже недавно mortgage broker. Значит, позвоните через Юлию, мы будем очень рады помогать. Спасибо, друзья, что вы с нами все это время. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте свои лайки, оставляйте комментарии. До следующих встреч. Пока. Пока-пока.